Какого Химки еще не видели? Уровень привлекательности и женственности буквально зашкаливает в ресурсном центре для женщин. Начался кастинг первого в городе конкурса красоты, талантов и достижений. Бизнес-вумен, многодетные мамы, тренеры личностного роста и студентки. На кастинг предстоящего конкурса пришли почти два десятка красавиц, живущих в городском округе. После долгого декрета давно не выходила на публику, поэтому, да, немножко волнения есть. А я ожидаю новых эмоций, я проявления больше, да, знакомства с замечательными девчонками. Это не про конкурентность, это не про... это больше про достижение именно того, что хочешь ты, получить. Желания проявиться, показать, да, себя. Первый этап кастинга – знакомство. Каждая участница рассказывает о себе и по желанию представляет творческий номер. Девушки поют, танцуют, демонстрируют плоды собственных хобби. Мы не ожидали, что такое количество талантливых девушек сегодня придут к нам на кастинг. И, конечно, было очень сложно выбирать среди такого количества красивейших и талантливейших женщин. Доказать и показать женщинам, что каждая из них может блистать на сцене, взялась многократная обладательница российских и международных титулов конкурсов красоты Елена Тараненко. В этой сфере девушка уже 20 лет и точно знает, для того, чтобы быть лучшей, не обязательно иметь опыт и модельные параметры. Участница конкурсов красоты, она может быть совершенно разной, иметь совершенно разные профессии, разный путь жизненный. И когда говорят, что мне часто говорят, я и где конкурс? Я всегда смеюсь и говорю, а кто вам вообще устанавливал какие-то границы и требования? На протяжении 3 недель участницы конкурса будут учиться подаче и сценической походке, умению говорить на публику, а также подготовят творческие номера для финального выступления. Репетиции пройдут на базе ресурсного центра для женщин. Я очень люблю женщин, люблю их поддерживать в разных начинаниях, в разных состояниях, их творчество, их самобытность, материнство. К нам пришли девчонки совсем молодые, будущие мамы, многодетные мамы. Мне кажется, очень символично, что именно в преддверии Дня Матери мы делаем конкурс для женщин и про женщин. Конкурс красоты «Мисс и миссис Химки» станет настоящим праздником. Организаторы готовят множество сюрпризов как для участниц, так и для зрителей предстоящего торжества. Мисс и миссис Химки 2023! Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.